С 15 по 20 июня Даугавпилс празднует свой 746-й день рождения. Кульминация праздника города традиционно приходится на выходные. Уже в пятницу у даугавпилчан и гостей города была прекрасная возможность насладиться особенной атмосферой и живописными видами. Субботы и воскресенье также обещают быть не менее интересными. Пятничным вечером музыкальное настроение воцарилось на площади Венибас, в сквере Андрея Пумпура и парке Дубровина, где многие также наслаждались кулинарным предложением уличных кафе и ловили острые ощущения в парке аттракционов. Незадолго до заката над городом появились воздушные шары. С наступлением темноты они расположились у Николаевских ворот в крепости и в парке на Эспланаде. Светящиеся воздушные шары стали прекрасным дополнением инсталляции музыкальных фонтанов. Если кто-то не успел это увидеть, еще ничего не упущено. Полеты шаров над Даугавпилсом состоятся также в субботу вечером и воскресенье утром, а инсталляции музыкальных фонтанов и светящихся воздушных шаров за новым корпусом ДУ можно будет наблюдать в субботу с 11 вечера до полуночи. На протяжении всех выходных можно будет наслаждаться музыкой в парках и скверах, посетить уличные кафе и парк аттракционов в парке Дубровина, бесплатно посмотреть экспозиции и выставки Краеведческого и художественного музея и Центра гончарного искусства. В субботу с 12 до 20.00 будет работать праздничный базарчик на улице Ригас, а с 2 дня до 8 вечера блошиный рынок в крепости. В воскресенье в 11.30 все приглашаются на 188-ю годовщину освящения Даугавпилсской крепости. Будет поднят крепостной флаг, торжественно открыты Николаевские ворота, а в полдень прозвучит пушечный выстрел. С 12 до 13.30 за новым корпусом ДУ можно будет наблюдать за показательными выступлениями отважных парашютистов. В свою очередь вечером с 18 до 20.00 путешествие по Даугаве отправится музыкальный ретро-кораблик. Полная программа мероприятий доступна на домашней странице самоуправления daugavpils.lv и kultura.daugavpils.lv. Посетители праздника просят соблюдать все установленные в стране правила эпидемиологической безопасности. Пусть день рождения любимого города станет для всех радостным событием, полным ярких и приятных впечатлений. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.